На обзор каштаны прикупил в магните. 200 рублей килограмм стоит. Пожарил. Я никогда их не ел. Он тренер посмотрел, там надрезано сделать. Все это раскрылось. Зубочисткой попробовал. Будем пробовать. Что это за штучка такая? Чуть-чуть вроде на картошку напоминает. Чуть-чуть сладимое. Ну, любители. Шесть, семь из десяти примерно. Посмотрелись на них дома. И все это очень вам надоело. Аж припек. А ты можешь себе вообразить, какой целый вес. Ничего не делая. Привет, всего аппетита. Хорошего настроения. Доброго дня. Да, сначала Миша. Говорится, да. Это сам не случайно. Съедобно, но на любителя. Тогда послушай лечение. О, всем позитивчик. А